Всем привет! В этом анонсе 9-го обновления сделана расстановка объектов, ну, по крайней мере, уделено этому моменту достаточно много внимания. Что расставлено, можно посмотреть на этой карте. Оно заштриховано зеленым цветом. То есть понятно, что осталось вторично дорасставить пещеры у побережья, кладбище, монастырь, ну или форт, я уже забыл, первая башня, ушак, вот этот пятачок, храм и новую шахту. Ну что, прогуляемся, посмотрим, что у нас тут есть. Модели рудокопов сейчас такие вот серенькие, стражников красненькие. Ну, это на самом деле оркраб. Это ребята-сектанты. Вот это уберу. Вот так вот. Рудокоп, сектанты. Ну и дальше наверх. Это страж. Это Дрейк. Ну и пойдем посмотрим на старый лагерь. Красный-красный. Маги сейчас имеют такую хипстерскую модель. Маги огня и маги воды. Так, где тут у нас... Ага, вот сюда. Это у нас крестьяне. Вот такие синенькие человечки в новом лагере. Гомер. Корт тренируется. Так, вот такой вот маг у нас хипстерский. Так, ну еще глянем, пожалуй, заодно на шахту. Какая-то хрень, которую нужно будет удалить потом. Ну, это не рудокоп, это скрипки. Ну, по крайней мере, понятно, у кого какая должность здесь. Ну и поехали в болотный лагерь. Там особенно без изменений. Ну, вот заодно пролетим над землями орков. Модели орков, к сожалению, нет нормальных пока что. Так, это у нас голем, такой кусочек. Похож на каку. Ну, ледяной голем тоже похож на каку. И огненный голем. Так, ну и Ксардос где-то тут. Тоже хипстер. Маг огня.
Ну а в лагере болотном все без изменений. Все желтенькие, как были, так и остались. Тут Лестер с идолом. Стражники, гуру. Тут, по-моему, модель Чани и Наталья. Да, серенькие. Ну, модели болтажеров пока нет. Ну, на этом, пожалуй, все. В следующем обновлении, анонсе, скорее всего, будет все-таки обновление. Вот это все дораставлю. Ну и дальше моделисты уже могут пилить модели. Все, пока-пока.